Добрый день, дорогие мои друзья! youtube.com Нила Гурзуф, приветствую вас на своем канале. Ялта, прекрасный берег. И это перед первомайскими праздниками. Уже многие гости приехали. Кстати, у нас уже в поселке Гурзуф тоже уже много-много на пляже загорают. Сегодня пройдем, посмотрим. Прекрасная вода в Черном море. Такой бирюзой с зеленцой отдаю. Просто супер, супер классно. А там вдали огромное вековое дерево, уже больше 800 лет. Есть несколько деревьев по Крымскому полуострову, вот таких древних. И АБ я нахожусь под ночным клубом «Апельсин». Замечательно. Вот это от больших штормов такие огромные камни. В честь 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне звучат везде под набережной песни военных лет. Впереди морской порт. Отлично. А вдали тоже, вон там вдали у порта, есть маленький такой пляжик. Там тоже гости любят отдыхать. Но уже многие начали плавать. Точно не знаю. Градусов 16-17 точно вода уже есть. Так, дорогие мои друзья, приглашаю вас приехать в гости. На праздничные дни вы прекрасно, вы хорошо отдохнете. Вот, поднимаемся. Это у нас клуб. Ночной клуб «Апельсин». И я покажу вам сейчас. Вот это знаменитое судно, как памятник. «Арго» раньше называлось. И так этот ресторанчик так и называли. Прекрасный берег Ялтинский. Какой-то он особенный. И вот он, древний грек, открывший этот берег.
А гостям очень нравится этот ночной клуб «Апельсин». Здесь нормальная, хорошая ночная тусовка. Вот закаленный пловец. Опа! Дорогие друзья, у вас есть отличная возможность точно так же приехать и хорошо отдыхать, а главное плавать и плавать и нырять в этом черном море. Кому хочется отдохнуть, заходите на мой канал youtube.com/milagurzuf. Подписывайтесь, ставьте плюсики и посмотрите, пожалуйста, варианты жилья, которые вы хотели бы снять в аренду на отдых, а может быть и купить. Сообщайте, звоните по номеру телефона +7 978 917 1684. Ждем вас, гости, дорогие друзья!